Я уже говорила, что среди наших дорогих гостей присутствует здесь особенно дорогой гость Иван Петрович Пастухов. Вот Иван Петрович Шаховской, потом нашего самого дорогого Пастухова. Иван Петрович, вам спасибо. Всех поздравляю с 200-летием со дня рождения Николая Петровича, но я вот услышал одну вещь и с ней не соглашусь. Я не соглашусь с тем, что вот Николай Петрович придумал, решил, сделал учебное заведение и вот обеспечил этим то, что до сих пор это учебное заведение существует. Знаете, когда Нина Обнорская рассказывала о 19 веке, у меня было впечатление, что вот за этот век проскользила вот как-то, вот знаете, вот вся история с момента перестройки. Но еще, в общем-то, ушла как-то подальше, потому что мы еще не занимаемся до такой степени на том уровне, не вышли на тот уровень промышленности, который должны быть. Но вот в тот момент, когда кирпичики, кооперативные, вот, потом торговля, потом импортозамещение. Нет, сначала импорт технологий, а потом импортозамещение, необходимость образования. И так далее, и так далее, и так далее. Я хотел бы сказать, что вот именно в тот момент, когда нужно было образование, появился такой подвижник, как Николай Петрович, который понимал, что в тот момент это необходимо. И я хотел бы сказать, что в тот момент, когда образование надо было спасать, появился такой человек, как Нина Николаевна. Нижайший вам поклон, большое вам спасибо. Потому что, опять же, скажем честно, что вот такая личность, Николай Петрович, а ведь его имя на сегодняшний день носит только Академия имени Пастухова и то по инициативе Нины Николаевны. Нет никакой государственной инициативы, нет никакой инициативы общественной организации, органы исполнительной власти. Никому это не нужно, только Нина Николаевна вам. Спасибо.